Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как из остатков кусочков ткани можно шить красивые розы. Так, начнем. Берете ткань, любую ткань. Вы можете выкраивать вот такие произвольные полоски шириной от 5 сантиметров и больше. Чем шире вы берете, тем шире получится ваша розочка. Выкраиваем под углом 45 градусов, чтобы наша ткань была растягивающейся. Я выкроила 3 произвольные полоски. Затем я складываю их пополам, скалываю булавками, сметываю. Заметьте, что я сметываю сейчас светлыми нитками, чтобы было видно. Скручиваю, очень аккуратно сметку затягиваю и таким образом закладываю бутоны. Чтобы мои бутоны не распустились, я аккуратно, незаметно, потайными стежками сметываю в конце и закрепляю. Таким образом, ваша розочка будет аккуратно скреплена между собой. Чем шире вы выкраиваете полоски, тем больше будет ваша роза. Если вы хотите сделать такие миниатюрные розочки, то вам достаточно выкроить шириной около 4 сантиметров. Остатки ткани с изнаночной стороны можно будет их срезать. И таким образом вы закрепляете и приступаете к следующим цветочкам. Также сметываем, стягиваем сметку, аккуратно закладываем бутон снизу, с краю, по припуску закрепляем. Теперь вы можете видеть, я закрепляю с нитками в цвет материала. Чем больше вы закладываете бутон, тем розочка будет меньше. Бесконечное множество розочек можно будет приготовить, пока у меня 3. Вот. И вы можете видеть, что все аккуратно остатки ткани я подрезала и закрепила их булавками на изделии. Подшить их можно аккуратно потайными стежками, местами бисером или стразами.